В клинике «Семейная» проводится полный спектр лечебных малоинвазивных процедур при варикозной болезни. Сейчас мы видим, как врачи проводят эндовазальную лазерную облитерацию вен нижних конечностей. Через небольшой прокол в вену вводится световод лазерный, проводится анестезия. Под действием лазерного луча венка запаивается изнутри и превращается в такой фиброзный тяж. Процедура проводится под местной анестезией, не требует общего наркоза. После такого вмешательства пациенту не нужно длительное восстановление и госпитализация в стационаре. Сразу после операции ему даже рекомендуется походить. Преимущество операции в том, что она без разрезов, выполняется через небольшие проколы, что, собственно, имеет хороший косметический эффект. После вмешательства пациенту надевается компрессионный трикотаж, и он идет домой. То есть не требуется госпитализация. В клинике «Семейная» специалисты-флебологи работают с разными формами венозных болезней и осложнений. Здесь выполняют различные виды операций, в том числе эндовазальную лазерную облитерацию вен и склеротерапию. В данном направлении мы работаем с 2016 года. За это время было проведено очень большое количество операций, поэтому в настоящее время можно сказать, что наши врачи стали настоящими профессионалами. Мы работаем с специалистами, с ведущими флебологами не только нашего города, но в том числе активно привлекаем врачей из Москвы. Так как мы клиника Московская, являемся ее филиалом, мы имеем очень большие в этом плане возможности, и к нам приезжают те специалисты, которые зарекомендовали себя как просто ас своего дела, и поэтому у жителей Рязани есть отличная возможность попасть на прием и прооперироваться именно у этих специалистов. Все операции в клинике «Семейная» проводятся на новейшем оборудовании ведущих производителей, как для диагностики заболевания, так и для его лечения. Здесь используют высококачественные материалы иностранного производства. Для повышения доступности для населения, чтобы все желающие могли провести данный вид операции, мы вводим новую услугу. Это возможность получить эту услугу в рассрочку. Банк мы будем платить самостоятельно, а пациент оплачивает только непосредственно стоимость данной операции. Это позволяет получить качественную услугу практически в день обращения. Это все быстро оформляется, и после консультации врача-флеболога и принятия решения, то есть человек уже может сразу все это оформить в этот же день и проходить предоперационную подготовку, и в течение недели уже получить данную услугу. Клиника «Семейная» находится по адресу Заводской проезд, дом 1. Здесь оказывают помощь самого высокого уровня взрослым и детям по всем направлениям медицины. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».